Здравствуйте, я Елена Ермолаева, являюсь основателем кулинарной школы и студии Glaze. Сегодня впервые обратилась в клинику Консилиум по рекомендации своих друзей и знакомых. Всегда слышала о ней, но никогда не было повода обратиться. И вот со мной приключилась небольшая история, что я была в путешествии в горах и упала. Произошел ушиб копчика. И вот сегодня я записалась к потрясающему хирургу Тишкову Сергею Анатольевичу, пришла со своей проблемой. Сергей Анатольевич доступным языком мне объяснил, что произошло, какое лечение дальше, все прописал. Тут же направили меня к физиокабинет, к физиотерапевту. Физиотерапевт прописал лечение, и на протяжении 10 дней сейчас сделаем курс. Надеюсь, что моя проблема уйдет, потому что она вызывает не очень хороший дискомфорт в моей жизни. Я благодарна коллективу клиники, потому что очень все доступно, все классно, все можно сделать в одном месте. И благодарность физиотерапевту Крыловой Марике Муртазовне, которая очень быстро меня приняла, направила на физиопроцедуру, все тоже объяснила, потрясающе, все быстро как-то сработали. Так что спасибо большое клинике, я желаю вам процветания, благодарных клиентов и всего самого-самого наилучшего. Спасибо вам большое.